Готово. Ну что же, будем считать, что у нас кворум. Hi, Melania. Сейчас, я думаю. Добрый вечер. Hello, everybody. Меня слышно, да? Да, слышно. Melania, are you okay with Russian? А почему? Ага, да, я поняла, почему я вас слышу. Да, я понимаю, но у меня такой акцент, я не люблю разговаривать на русском. Ну, с пониманием все нормально? Да, да, да. Okay. У тебя совершенно нормальный русский, не выдумывай акцент. Акцент — это не страшно, ты имеешь право звучать как человек из своей страны. Здесь, кстати говоря, к сожалению, я не очень хороша в английском, поэтому если я буду вас не понимать, я буду просить вас переключиться. Не, мы будем на русском. Если, ага. Мелания, если будут какие-то проблемы, то просить будем повторять, хорошо? Ладно. Хорошо, добрый вечер, рада вас видеть. Меня зовут Яна Сергеевская, и я очень благодарна за доверие и за то, что мы собрались, пусть таким пока не очень широким кругом, но тема важна, и сколько бы нас ни было, важно про нее поговорить сегодня. А именно... Запрос, поступивший от Софии, и я так понимаю, вообще от вашего коллектива, это то, что в проекте, который в распределенной команде и еще и усугубленный каким-то охваченным пандемией мире такой нестабильности, мы обнаружили себя дома перед компьютером примерно круглосуточно работающими. Ну, как-то, вот не знаю, если говорить о том, как я это переживала, то в марте я чувствовала большую тревогу, в апреле я вышла в новый проект, а к июню я столько работала, сколько, возможно, никогда в жизни не работала, и решила, значит, ну, и как бы
учитывая, что я на фоне занимаюсь проектом про отдых, я, в общем, довольно с таким, с долей самоиронии спросила себя, ну вот, мне кажется, София очень точно описала, что жизнь — это такие, как бы, то, что в промежуточках между работами, ну и сном. Вот, и учитывая, что, те проекты, которые смогли продолжать работу онлайн, они это до сих пор делают, распределенные команды всегда, наверное, будут делать, возможно, даже те, кто раньше был в офисе, но после такой длительной удаленки понял, что в офисе, как бы, на офисе свет клином не сошелся. Может быть, мы и останемся в таком, да, онлайн-режиме, и, соответственно, вопрос, а как это совмещать с полноценной человеческой жизнью, когда можно выходить из дома, когда можно выезжать в отпуск, когда можно ездить, не знаю, на пикник или в какие-то еще места, те самые, которые там, ради которых вообще все это затевалось. Я имею в виду жизнь в целом, там, не знаю, работа и все такое. Вот, и, наверное, еще важным... это все как бы про тему. Если говорить про меня, то я тоже много работаю, потому что я была ивент-таким организатором, а теперь методист Центра акселерации soft skills Яндекс.Практикума. 4 года я была заместителем директора летней школы, это такой большой некоммерческий образовательный проект в России, и там делала медицинские лектории 3 года для департамента здравоохранения города Москвы. В общем, как бы у меня такой довольно широкий спектр работы в как раз некоммерческих организациях, в проектах про образование и в проектах, все эти проекты очень любимые. И мне кажется, что еще мы здесь собрались тоже с таким... с любимой работой, людям с любимой работой не очень понятно, как от нее оторваться, она же любимая, я как бы буду продолжать ее работать, если я ее перестаю работать, это что же, я ее недостаточно люблю, ну, в общем, вот как бы вот такое какое-то, это, ну, как бы понятно, что это, некоторое искажение, вот, то есть не все, что мы не делаем постоянно, мы автоматически не любим, но это как бы мысли, к которой я шла годами. И из, наверное, таких, да, самых релевантных с точки зрения ведения этого воркшопа моего анамнеза, это то, что я придумала проект «Выходные». Я вывожу московских трудоголиков на выходные, предлагаю им выключить телефоны и 2 дня, наконец-то, отдохнуть. Вот, там суть проекта изящная и проста. Я их, значит, как следует кормлю, предлагаю им выспаться без телефона, и там, ну, в промежуточках йога, знаете, мы разговариваем про жизнь, да, берите на заметку, как достаточно выключить телефон, выспаться и поесть, и, может быть, еще сделать что-то приятное, погулять на природе. Вот, этот проект я продолжаю, естественно, он приостановлен, и я сейчас никуда никого не вожу, но как только смогу, надеюсь, что продолжу возить людей в Подмосковье, и, возможно, даже продолжу их возить куда-нибудь подальше или на подлиннее, чем выходные, посмотрим. Вот, а второе — это то, что последний год я училась нарративному подходу. Это такая практика психотерапевтическая, и она во многом такая широкого профиля, подходит для соцработы, подходит для работы с семьями, подходит для работы с группами, и очень важно, подходит для работы с сообществами, и, соответственно, вот я этому училась, и теперь стараюсь применять, в общем, в некотором таком миксе из собственного опыта и нарративного подхода. Вот. Я бы хотела, чтобы сегодняшняя наша встреча была построена во многом вокруг... вашего опыта, вокруг ваших сложностей и вокруг того, что действительно вас беспокоит. Я, конечно же, опять же, в нарративном подходе и в медитации, которой я, кстати, тоже там занимаюсь, есть такое серьезное, можно сказать, мировоззренческое утверждение, это то, что все ответы и все решения есть внутри нас, и, соответственно, эти ответы просто нужно как-то похитрее поискать. Вот сегодня я постараюсь помочь вам похитрее поискать ответы внутри вас. И, в общем,
пока мы будем с вами все это описывать, я буду это записывать в текстом, и у вас останутся те материалы, которые мы сегодня создадим совместными усилиями, и их тоже можно будет там показывать, к ним можно будет обращаться, а возможно и нет, и возможно это все сработает так, что вы на памяти будете дальше действовать, и это тоже абсолютно окей. Вот, еще у меня есть какая-то такая, не знаю, миссия показывать те инструменты для онлайн-работы, которыми я сама владею, которые мы используем в нашей команде, и поэтому я их тоже сегодня вам буду показывать, вдруг это вам зачем-нибудь потом пригодится. В частности, вот сейчас я в чат отправила ссылку. Надеюсь, я ее не перепутала. Я предлагаю вам по ней перейти и написать там в режиме «Ключевые слова», какие у вас есть ожидания, может быть, вопросы или настроения. И из этого будет складываться облако слов, и я его вам потом выведу и покажу, и мы с вами с этого начнем. Можно по несколько слов. Яна, может быть, ты можешь расшарить свой экран, чтобы видеть это облако для тех, кто... Да, разумеется, записи, я так и сделаю. Да? Конечно, хорошо. Конечно. Просто пока ничего не появляется, сейчас появится первое слово. Хорошо. И я расшарю. Получается? Угу. О, так, показываю. Вот они симпатично меняются. А вот после отправления первого слова уже не получается там второй, третий, нужно... А, да? Мне кажется, там парочка должна была быть. Но это значит, я была невнимательна при подготовке, там можно было бы их дать побольше, но вот спасибо вам за ваши слова. Нет, извини, все нормально, нужно просто еще раз было зайти. Ага, ага. Новый взгляд, научиться останавливаться, организовать время, вдохновение, открытие. Я думаю, что новый взгляд — это часто, почти любой взгляд отличный от нашего, поэтому здорово, что нас здесь аж четверо, мы сможем наши взгляды друг другу показать. Научиться останавливаться — это прекрасное стремление. Вдохновение. Вот мы начали с музыки, надеюсь, что и закончим музыкой. Это тоже некоторый вклад в то вдохновение, которое мне бы хотелось сегодня здесь между нами создать. Спасибо вам большое. Было бы нас больше, было бы больше слов, но эти такие. По крайней мере, кажется, с этим я справлюсь. Следующее мое... Мой вопрос к вам, он про то, удалось ли вам подумать про ревизию своего времени, удалось ли вам, может быть, посчитать, и даже если не удалось прям считать, может быть, у вас есть какие-то соображения, как бы уже не глядя. Тоже я сейчас расшарю экран и буду за вами записывать. Так, как это будет. Будем это записывать или мы пока приостановимся? Мне кажется, что если можем записывать, то можем оставить. Если у вас какие-то будут личные соображения, которые вы не готовы помещать на доску, предлагаю чуть попозже, у нас с вами будет групповое совсем обсуждение, вы их где-нибудь себе зафиксируете на бумажку. Вот, пока, наверное, давайте... Еще можно, я не знаю, что сделать. Можно сейчас приостановить запись, обсудить, а потом просто прокомментировать уже готовую доску. Как вариант. Давайте так. Честно говоря, запись — это то, что вам остается, поэтому... Хорошо. Угу. Да, спасибо вам за этот мозговой штурм и за то, что вы поделились своими ощущениями. Вот если как-то подытоживая...
Ну, во-первых, есть, вот я бы сказала, да, что есть такой очень много времени на работу. Ну, в общем, наверное, и так-то было очень много, да, времени на работу, но вот это вот всегда есть список дел, непонятно, как его остановить. И это такая, ну, вот, мне кажется, очень, очень большая сложность. Да, здесь всегда есть что делать. Ну, вот понятно, я раскрасила там красное, это скорее сложности, желтое — это скорее ваши соображения, а зеленое — это какие-то решения, которые уже даже прозвучали. Вот невозможность выйти из дома и увидеть близких. И вот, да, и вот это важная, мне кажется, тоже сложность такая ключевая. Это непонятно, что работа, что не работа, в которой вот мне очень близко, Евгения, вот это твое размышление. Если приятно, это что, не работа? Это как бы... И вот это вот какое-то такое отождествление, что если приятно, то это не работа. Если неприятно, то это работа. Ну вот оно какое-то довольно, ну как бы для меня звучит очень, ну... серьезной угрозой нашей ежедневности. Мне было приятно слышать, что жизнь спонтанная. Ну, мне кажется, что это в этом тоже есть что-то про опору и про то, что позволяет оставаться, тем не менее, в этом каком-то, да, даже таком специфическом ритме жизни. Ну вот, спасибо, да, София, за эту эмоцию удивления от ревизии. Я так понимаю, что остальные участницы не посчитали так прям до часов, но здесь согласна, что, во-первых, сложно это делать. Ну, то есть, как бы, ничего страшного, что вы не сделали. Как бы самое главное, что нам есть что обсудить. Не хочу, чтобы вам оставалось это немым укором. Но при этом я вот люблю давать... посмотреть на свою жизнь в объективных часах, потому что это объективные часы. Ну, как бы, хочешь, не хочешь. И даже действительно можно использовать какой-то там арифметический прием. Если не про все процессы понятно, то можно их оставить как неизвестную и вычесть из астрономических 168. И выяснить, что, да, что, как бы, вот там, не знаю, 9 часов работы каждый день. Ну, вообще, как бы, много. Так, что еще про ваши эти соображения хочется мне сказать? Появились выходные как концепция, обожаю, очень. Всех глубоко поддерживаю в выходных. Гибкость и много, вот тоже, да, много всего можно начать онлайн, делать параллельно. Это такая, ну, для меня звучит как, безусловно, как благо, но при этом это благо, у которого тоже есть опасности, и, ну, такая, да, тема слабо еще изученная, сколько там человеку нужно, можно информации поглощать, нельзя ли ее переборщить, но, по-моему, да, есть даже появившаяся в интернете эта шутка про зум-похмелье, и, похоже, можно переборщить, да, с зумом, похоже, можно переборщить вот с этой включенностью, и... И это тоже тема для разговора, и это, да, я, наверное, вернусь еще, покомментирую попозже. Наверное, вот вы послушали друг друга, могла бы я вас сейчас спросить, если у вас есть какие-то уже соображения, вот по поводу того, что мы с вами сделали, вот это такое маленькое простенькое упражнение, у кого какие есть сейчас мысли, ну, с которыми мы двинемся вперед. У меня такая мысль, я вот смотрю на то, что мы написали, и думаю о том, что вот, наверное, последняя мысль, Яна, которая была озвучена тобой, это то, что любое благо в большом количестве может стать неблагом, и наоборот, любое неблаго можно, наверное, как-то увидеть в этом что-то позитивное. И насколько важно вообще, какими словами это описываем. Вот ты там написала, я сказала, да, что в моей жизни много спонтанности, и ты сказала, это так здорово, а я себе подумала, ну, я имела спонтанность в том смысле, что я не очень могу планировать. И в этом смысле, может, это не так здорово, что я не могу рассчитывать на 5 часов хобби в неделю, да, и поэтому, когда это время появляется, я, ну, вот как-то... И это интересно, мне это очень стало интересно, действительно, как мы видим, как мы к этому относимся. С другой стороны, когда ты сказала про это так позитивно, я подумала, ух ты, как здорово. На самом деле, может быть, я могу изменить свое отношение к тому, что вот один день я могу поспать там
7 часов, потому что что-то срочно нужно делать, другой день, зато я могу поспать 9 часов, это же круто. О, это правда, я совершенно благодарна, да, и разделяю это вдохновение и это удивление, что иногда очень какое-то маленькое изменение слов или маленький подбор формулировок существенно меняет наши отношения или вообще какой-то контекст, через который мы видим. Спасибо, Женя. Еще какие-то мысли? Ну вот, исходя из того, что Женя сказала, да, я тоже вспомнила, есть такое выражение, что психологи часто говорят, нет, не существует проблем, есть ваше личное отношение к конкретной ситуации. То есть, может быть, эта ситуация позитивная, но мы сами себе устраиваем из позитивной ситуации, сами себе сочиняем проблему. И вот это про то, что Женя сказала, что... наверное, это хорошо, что ты не умеешь планировать, что есть возможность просто взять и спонтанно что-то сделать. А вот у меня, например, наоборот. Я как бы человек, ну, как я сама про себя думаю, что достаточно организованный, я умею планировать свое какое-то время. Я много мероприятий проводили, да, и организационные какие-то способности есть. Но все это касается работы. Я думаю о том, что вот у меня нет, наверное, навыка спланировать свое. Вот у нас пару занятий назад была девушка из Беларуси, которая сказала, что каждый раз, когда вы там отказываете себе в прогулке по лесу, в этот момент вы... как Женя, она сказала, вы отказываетесь от себя, да? Какое-то такое выражение. Предаетесь, да, не забывайте. Вы себя предаете, вот что-то такое. Я тогда об этом задумалась, что да, вот чего я не могу при всем моей как бы организованности в работе, я не могу организовать свою жизнь так, чтобы ну, там, два раза в неделю сходить погулять в лесу. Вот. И прошло сколько времени с того занятия, я так и не придумала, как это сделать. Хотя мне очень хотелось бы это делать. А меня вот в этой же связи, в то, что ты, Софа, говоришь, знаешь, что очень так поразило, когда она сказала, когда вы говорите чему-то «да», что вы бы не хотели делать, вы говорите «нет» тому, что вы хотите сделать. И мне кажется, это, возможно, здесь тоже очень в тему, в том смысле, когда вы думаете, ну вот еще чуть-чуть посижу «он», означает ли это, что ты говоришь какому-то «оффу»? Нет, но с другой стороны, я не знаю, в разных странах по-разному, у нас там ничего, в общем, считается и нет, у нас не было карантина, там только люди сами на самоизоляцию уходят. А у вас там это все жестко, да, то есть Мелани тоже говорила, что она прям не может с друзьями встречаться. Это, наверное, три очень... И это длится все время. И это три разных ситуации совершенно. Вот когда я тут только что рассуждала, там, как здорово, вот, может быть, всего негативность позитивная, может быть, да, там. А с другой стороны, ведь это данность, мы знаем, что люди в изоляции или там в четырех стенах, им плохо от этого, да, что без друзей, без общения им плохо, начинаются какие-то психологические штуки. Мне вот про это интересно, потому что я никогда это не испытывала, я очень люблю находиться в четырех стенах и одна, особенно если есть книжка интернет. Но вот, может быть, кто-то знает про это, потому что мне было бы интересно понять, почему у нас вызывает такие... Эти вещи вызывают у нас тревожность, эти вещи вызывают у нас что-то еще. Вот, может быть, мне интересно, если Мелани, может быть, как вообще, что у тебя происходит, что ты чувствуешь, вот как это для тебя? Ну, если хочешь, я даже могу остановить запись, если тебе некомфортно. Не, нормально. Хорошо. Дело в том, что я всегда... гуляла с друзьями, я всегда была где-то не дома. И вот однажды мне говорят, что я не могу выйти из дома. Это как будто это был большой стресс для меня. Это просто необъяснимо. Интересно. Мне кажется, знаете, вот здесь какая штука. Мелани сказала, и мне кажется, это прям в этом и есть ответ, что мы всегда жили как-то одним образом, а потом одномоментно нас, ну, как бы поставили перед фактом, что мы теперь
по-другому живем. И даже если бы, ну, как бы если бы было наоборот, если бы нас вытолкали на улицу, то, скорее всего, нам тоже это был бы стресс, да, и нам бы пришлось к этому адаптироваться и учиться. И вот, ну, наверное, даже прежде, чем я переступлю к своей презентации, вот происходит то, что как бы я и предсказывала, что наши темы сейчас, мне кажется, важнее и живее, чем все мои заготовленные слайды, которые я могла бы заготавливать. Но вот я вижу... некоторое сходство это, да, одного вопроса. Это как справиться со стрессом такого внезапного радикального изменения режима нашей жизни. И там вот вопросом Софии, а как научиться гулять в лесу? Почему я сейчас привожу эти две вещи? Потому что и то, и другое, это, да, мы как бы, у нас чего-то там, мы что-то делали совсем иначе, мы это не умеем или мы умеем иначе. И нам нужно понять, как бы нам вот, типа, научиться, ну, потому что, да, одно, конечно, очень извне и непредпочитаемое, это как запирание дома, а другое — это наоборот, это такая полезная привычка, но если вдруг кто-то когда-то делал какие-то эксперименты с привычками, то, ну, все мы понимаем, что это сложно, и это как бы всем сложно, и вот здесь, наверное, я не вписалась бы за выражение, что это мы придумываем себе сложности. Нет, объективно сложно. Потому что, ну, на вид, там, я, опять же, я в этом не то чтобы с точки зрения там, какой-нибудь биохимии или там, функционирования организма или психофизиологии могу говорить. Я скорее могу говорить с точки зрения каких-то наших, ну, как бы собственного опыта и вот нарративного подхода. И что здесь важно? Важно, что мы... Часто мы относимся к деятельности как к деятельности, не обращая внимания, что у нее есть много еще аспектов. Ну, там, аспект пространства, аспект времени. И наши привычные какие-то практики, они уже как-то очень сильно обжились в наших квартирах. То есть, там, не знаю, мы... довольно легко всегда открываем компьютер, и гораздо там, не знаю, особенно первое время нам гораздо сложнее расстелить коврик, или там мы, ну, наверное, достаточно легко выходим выбрасывать мусор на лестничную клетку, но куда сложнее выйдем даже на 10-минутную прогулку, хотя, очевидно, 10-минутную прогулку мы можем себе позволить. Вот, и вот я думаю, что здесь такая серьезная опора, да, в том, как думать про это не как бы не заставлять себя делать через силу то, что мы еще вообще-то никогда раньше не делали, а всячески помогать себе упрощать это делать, да, то есть вот там однажды, ну, здесь, наверное, такой пример, может быть, очень странный, но однажды я, точнее, не так, я много лет ходила на маникюр, и мне много лет, значит, мастер маникюра говорила: «Яна, вам нужно мазать кутикулу маслом». Нет, ну, у вас она такая, знаете, жесткая, вам нужно. И я вот годами, я могла переносить из ежедневника в ежедневник себе дело намазать кутикулу маслом. И я, разумеется, этого не делала, потому... И как бы каждый раз я приходила, и она говорила: «Ну что вы, опять?» Вот, и как бы понятно, что мой стыд от ненамазанной кутикулы рос. Ну, как бы уровень объективности этой проблемы, вопрос мой, ну, как бы я там, я сама себя за это полоскала. И... Все переменилось достаточно просто, когда я там, ну, это было в итоге не масло, там, а воск для кутикулы, который я случайно купила в каком-то там в просто магазине за 100 рублей, и я его поставила рядом с кроватью, и, в общем, года я не могла начать мазать кутикулу маслом, потому что рядом с кроватью не было масла, и, ну, вот этот пример очень наглядный, потому что, ну, можно очень много от себя хотеть невозможного. Вот. И практически, да, по мановению волшебной палочки потом это случается, если, да, если мы чуть-чуть себе подсобим, да, поможем, поддержим себя какими-то вот такими пространственными решениями. И если переводить это все в разговор про вот это сочетание «on» и «offline», и, наверное, в целом про, ну, про какое-то отношение к, давайте так, отношение к любым вещам у меня с какого-то времени превратилось в такой очень научно-исследовательский цикл. Я думаю, вы поймете, и наверняка у вас в опыте есть что-то примерно такое, что есть любая штука, мы хотим с ней взаимодействовать, мы хотим в итоге, чтобы
по итогам, значит, нашей работы с этой штукой был какой-то результат, был какой-то продукт, проект, привычка, что угодно. Мы, ну, как бы у нас могут быть как какие-то гипотезы относительно нее, ну, там, условно, ну, какой бы взять пример? Ну, условно, давайте там, не знаю, возьмем зарядку, там, или там, не знаю, хочу я каждое утро медитировать. Во, медитировать. Хочу я медитировать каждое утро. Вот я как бы вычитала, что там везде написано, что если медитировать каждое утро, то я буду в течение рабочего дня более сконцентрированная и более расслабленная. Класс, да? Не жизнь, а сказка. И, ну, что как бы, вот правда, абсолютно по своему опыту, я как-то за все совпадения прошу прощения, ни в коем случае не хочу хихикать, да, ни над чьими попытками, потому что сама знаю, что это сложно. Ну, в общем, первое время я не, ну, как бы не могла встать, не могла начать, не могла вообще, как кажется, да, там, вставала и бежала сразу к компьютеру, а потом через полтора часа опоминалась и такая, да, опять я не комментировала. Потом я съездила на пару ретритов, научилась медитировать, то есть я еще же могла и не уметь, да, ну, я там, как бы, строго говоря, я умела, но знаю, что много людей хотят медитировать, не умея медитировать, и, в общем, и это, ну, как бы, даже если бы они начали, вероятно, они бы все равно бы встретились с вот этим чувством какой-то, да, личной там несостоятельности, невозможности, и это вообще-то неприятно, ну, неприятно обнаруживать каждое утро, что ты что-то не умеешь. Никому не советую. Вот. И, соответственно, ладно, хорошо, представим, что, значит, научились, представим, что даже уже, ну, смогли вставать вовремя. Дальше у меня все решилось, когда я там купила себе подушку. И, соответственно, подушка, она мало того, что это вообще супер обязательное условие для медитации, то есть должно быть очень удобно сидеть, вот прям очень. Если это мучительно и вериги, то нет, так не должно быть, это не должно быть карой небесной. Вот, подушка — это как раз то самое про пространство, что мы с вами, да, уже проговорили, то есть прям место, которому будет приурочена эта практика, и я знаю, что если я встаю, то я иду медитировать на эту подушку. А потом выяснилось, ну, вот там, дальше я могу еще сказать, что там у меня были какие-то ужасные саморугания за то, что я сразу читаю телефон, а не иду медитировать без телефона. Потом я поняла, что нет, это все-таки, что я не могу медитировать, не почитав телефон, потому что вдруг там за ночь навалилось, все горит. Я себе это простила, сказала, ладно, я проверяю, потом иду медитировать. Вот, это прям, ну, как бы, ну, это вообще-то такой серьезный шаг. Все, приехали, а потом выяснилось, что мне не подходит по утрам медитировать. Ну, то есть, что мне вообще, как бы, мне нужно медитировать вечером. А как это выяснилось? Ну, как это выяснилось, что когда там, не знаю, 2-3 раза я все-таки заставив себя, скрутив бараньи рога и все такое, я все-таки помедитировала, я обнаружила, что я не концентрируюсь, а расслабляюсь, и мне нужно потом еще полтора часа собирать себя, чтобы я наконец начала работать. И, как бы, понятно, да, мучить себя такой конструкцией можно месяцами, годами. Вот. Это как это... И время, которое мы мучаем себя какими-то ожиданиями от себя, его еще и вот как раз это самое время, которое посчитать невозможно, да, сколько времени в сутки я переживаю за то, что я не медитирую. Вот, такого может набежать довольно много. Да, и, соответственно, ну, с лесом, как бы, примерно то же самое, да, вот вы уже, София, поделились тем, что у вас есть неприкосновенная суббота, ну, или там почти неприкосновенная. Я думаю, что прежде чем ожидать, например, прогулку в лес в рабочем, там, не знаю, в обеденный перерыв, что как бы можно себе представить, ну, как бы допускаю, мы все, ну, если, по крайней мере, такая есть физическая возможность. Но при этом, прежде чем начать гулять там в притирочку между двумя встречами, наверное, ну, можно начать себя водить на прогулки, когда есть больше вокруг свободного места, и поисследовать. Ну, то есть помехи к тем или иным вещам, они скрываются в, ну вот я говорю, в неожиданных местах, щелях, и выяснится, что там, не знаю, ну, хочется заниматься йогой в самых любимых штанах, а они в стирке.
Ну, вот как бы вот, вот такие вещи. И я, да, сейчас я вам дам слово и на комментарии, и вопросы, но почти все мои какие-то классные прорывы, они завязаны на каких-то физических очень любимых артефактах. Очень любимый блокнот, очень любимый, там, не знаю, велосипедки для тренировок. И вот это, значит, некоторое что-то любимое, где я о себе позаботилась, чтобы в этом процессе находиться с ощущением, что это я себя не заставила, да, а что это я себе, о себе так позаботилась. А второе — это что? Вот это как бы мягкий некоторый вход с таким аккуратным прощупыванием, а что мне легко дается, что мне нелегко дается, вот, вот как-то так. Ваши мысли? Можно я? У меня на самом деле масса мыслей, я попробую их как-то сформулировать в качестве там своих комментариев, вопросов, может быть, кому-то поможет, потому что я то, что слушаю, то, что говорит Яна, мне помогает отрефлексировать. И я вот думаю, что то есть у меня проблема, например, у меня лично проблема не начать, у меня проблема не перестать, не закончить. То есть как раз начать мне, наверное, просто. И я вот рефлексирую, да, для меня, например, пространство не особо не работает. Понятно, что если негде заниматься йогой, то ей заниматься негде, и то я даже умудрялась, когда было желание. Но для меня это не про пространство, это вот я пытаюсь сказать, мне интересно, как у других, у меня это про группу. Я делаю какие-то вещи легче, если это делаю с кем-то, и в какой-то момент я понимаю, что это становится уже работой, да, возвращаясь к этому, что чувствуешь, что вот, мы договорились, и нужно сделать, и там все же соберутся. Но иногда ты, конечно, пропускаешь, потому что все равно же это же не работа, но все равно меня это очень стимулирует, когда есть другой человек, которому ты как бы, ну, обещал. Я не знаю, что это говорит обо мне, я бы, наверное, скорее хотела обещать себе, чем другим. И эффект для меня, вот я когда размышляла, вот когда ты видишь эффект сразу, или там быстро, или даже на других людях, например, фитнес, да, ты вот, значит, начинаешь, и потому что ты знаешь, что там, если продержишь чуть-чуть, ты как бы чувствуешь, да, но опять же, потом это все как-то глохнет, это вот мой один такой поинт, второй мой такой поинт. С одной стороны, как бы хорошие вещи, особенно для себя, иногда сложно сделать, а с другой стороны, все-таки вести привычку приятные вещи, например, иметь выходные или спать долго, ну, как-то легче, чем вставать рано. Вот мне интересно, если бы кто-то мог прокомментировать, с чем это связано, потому что, ну, мне непонятно, да. Это один такой пример, на самом деле их может быть тоже, наверное, у каждого свой. И я вот когда Яна начала только говорить, вот особенно на комментарии от Мелани, что мне стало казаться изначально, что может быть проблема, если у нас есть свобода выбора, да. То есть, как ты сказала, если нас начнут выгонять гулять из дома, это будет таким же неприятным, как будут заставлять сидеть. То есть получается, что дело даже не в эффекте или там в чем-то, а в свободе выбора, что ты хочешь и чего ты не хочешь. Это с одной стороны. А с другой стороны, оно же так не работает, потому что у нас же есть свобода выбора погулять в лесу, и мы этого не делаем, да, то есть и тут появляется привычка. Мне вот интересно, если ты можешь, или кто-то, у кого есть идеи, может прокомментировать, вот как это взаимосвязано. Да, я думала об этом тоже. Вот проблема не в том, что я хочу выйти или нет. Проблема в том, что я не могу. Вот это. А, то есть ты имеется в виду, что мы хотим, чтобы у нас была возможность, даже если мы не собираемся воспользоваться. Да. Я могу остаться интересно. Дома, но это будет мое желание. Да, мой выбор. Да. Ну, я вот тоже Женю слушала, тоже мы будем по ходу рефлексирую, конечно. Наверное, вот это мое желание гулять в лесу, оно красной нитью через все наши встречи пройдет. Потому что я с тобой согласна. Вот, как бы я человек тоже, наверное, тот, который человека обязательств каких-то. Если бы был рядом кто-то, он или она, да, кто готов утром встать и до завтрака прогуляться там полчаса со мной в лесу, то я бы чувство долго вставала бы и шла. Но поскольку я одна, этого хочу,
я могу проснуться на полчаса раньше, чем мне нужно встать, в принципе, но я в этот момент предпочитаю просто погуляться, а может быть, что-то почитать там в сетях, пока у меня есть полчаса, и меня никто не дергает, я могу просто полистать ленту, да, в итоге. И вот в этот момент заставить себя встать мне сложно. Но если бы кто-то, я бы знала, что кто-то там будет ждать меня, я бы однозначно встала бы и пошла. Вот, вот такой момент у меня есть. И вот я все время думаю, как сделать так, чтобы по отношению к себе я взяла такое обязательство, что ты сама себе обязана встать и пойти. Потому что Facebook от тебя не убежит, да? Вот. Но как это сделать? У меня нет рецепта, я пока не придумала. Я думала над тем, что я сама себе там изменяю или сама себе там делаю плохо, да, вот как говорила у нас Зубоя, как зовут девушку? Ольга. Ольга, да. Но пока не придумала рецепта. Мне, знаете, что кажется, что, ну вот, я, может быть, сейчас буду говорить сложные вещи, но я в них, ну, и поэтому я, наверное, не буду на них долго останавливаться, но это какой-то для меня ключ вот этого вот такой дихотомии обязательства или для себя, или, ну вот, опять же, обязательства или в удовольствие. Ну, в общем, короче, вот эта вот какая-то вся штука, она такая для меня сложная. И я думаю, что мы здесь очень... Тот момент, когда в нашей, вот опять же, это опять разговор про описание, это, наверное, разговор про отношения, в тот момент, когда от наших обязательств самому себе немножко веет отсутствием выбора, то мы делаем выбор в сторону выбора. Вот, вот что-то такое, такая какая-то конструкция. Не знаю, тоже какой-то пример. Я в какой-то момент я работала с детьми, с подростками, и так вокруг меня все очень, ну, такие, да, наши взрослые. Я была совсем еще студенткой, и были взрослые, которые там выводили детей в, там, на соревнования. И они как-то спросили, а почему там, почему вот дети бросают секции, ну это же благо, ну их же там отдают, ну скажем, в школу, на спорт, ну они же хотели. Вот, и я как-то так это вот как бы слушала, и потом, не знаю, спустя еще какое-то количество лет поняла, что для подростка бросить секцию — это почти единственный выбор, который он может сделать. У него там других-то почти нет. Ешь, что дадут, в школу обязательно надо ходить, и поэтому, ну, вот эту вот какую-то собственную свободу, ее, естественно, беру. У нас много свободы, все наши, ну, то есть, я думаю, что в каком-то смысле все наши решения — это такая реализация наших ценностей. Другое дело, что вот тоже, не знаю, если, София, позволите ваш пример с лесом дальше? Да, он мне очень актуален. Ага. Я с удовольствием. Ну вот, вот мне кажется, что, ну, как бы, можно было бы подумать про него в таком ключе. Вот с одной стороны, да, наверняка, ну вот я бы чуть-чуть, наверное, могла бы пойти в расспрашивание вас, но я чуть-чуть сэкономлю время, вот, если что, звоните. Так вот, да, то есть, с одной стороны, я могла бы вас расспрашивать, а в чем для вас, почему вообще этого хотите, в чем для вас ценность леса, ну, и наверняка там прозвучало бы что-нибудь, ну, хочется побыть собой, или свежий воздух, замечательно и приятно, или вот там, ну, там, не знаю, медитировать мне, например, не нравится, а вот гулять, ходить на листочки и цветочки, и иголочки, это то, что нужно. Я надеюсь, что в этом будет много успокоения и подготовки к очередному рабочему дню, и он, кстати, будет с самого начала таким, что я его посвятила себе. Ну, это как бы какая-то вот такая, да, ценностный ответ, а зачем вообще, как это, да, ну, там, как, когда вы в первый раз узнали, что гулять в лесу — это полезно, ну, в общем, можно было бы как-то вот это понасытить, пораспрашивать. Есть как бы другая ценностная история, которая тоже у вас звучит, это то, что когда вы не идете в лес,
вы получаете свои полчаса валяться, еще никто не встал, никому ничего не, от вас не надо. Вот это вот обычно там в интернете на все время там нужно сдать там от менеджерить или еще какие-то обязательства, а вот эти полчаса, они мои, личные, и это вообще-то тоже большая ценность, это моя ценность делать в интернете, что хочу, она крутая, вот. И получается, что вот как бы мы, ну, то есть на фоне нашего не вставания и там, или не похода в лес, вообще-то конкурируют огромные гиганты. Гигант, там, не знаю, вывода себя в лес и гигант проведения времени, там, не знаю, да даже не обязательно в интернете, даже просто в кровати, без спешки. И, ну, вот, как бы я бы смотрела сюда и ну, вполне вероятно, что то, что мы вообще-то выбираем, оно нам более известно. И мы идем, потому что, ну, как бы у валяния есть гарантированные бенефиты. Ну, прям вот мы как бы знаем, что будет, и поэтому, ну, это какие-то такие мозгосоциальные какие-то процессы. То есть мы выбираем известное, даже несмотря на то, что иногда это известное не то, что нам очень нравится, но даже если мы это продолжаем делать, скорее всего, за ним все равно есть что-то ценное, что вот как бы если разобрать, вам правда важно. То есть то, что нам совсем категорически не ну, входит в разрез с нашими ценностями, мы, скорее всего, все-таки из нашей жизни как-то подвинем. То есть вот. Мы не делаем того, что не соответствует нашим ценностям, сколь глубинным, или каким, которым мы не рефлексируем. Ну да, но скорее вот как бы, вы знаете, наверное, так бы можно было бы сказать. Нету чистых ценностей. Ну, то есть нельзя сказать, что вот там нету черного и белого, и нету того, что мы... Ну, вот это вот высказывание в этом смысле довольно радикальное, что там говорят, да, не тому, что не хотим, мы говорим нет всему, что хотим. Я бы сказала, что говоря да, чего мы не хотим, мы все-таки говорим да и немножко чему-то тому, что хотим. Просто там концентрации такие поменьше, да, и оно, ну, там это такой немножко компромисс. Но, скорее всего, мы говорим ему «да» не потому, что мы там хотим-не хотим, а потому что мы привыкли, там, ну, там, какой-нибудь такой болезненно-привычный пример, это что какая-нибудь простая просьба, которую нам говорят, и это вообще там не наша даже работа, а такое одолжение по старой памяти, вот, и мы в очередной раз говорим, ну, ладно, а потом выясняется, что часто вот, знаете, такие случайно, я говорю про такие дела, как... Кто написал это в мой ежедневник, пока я отвернулась? Откуда это? Ты дело откуда? Кто тебя сюда занес? А, вот, или там, я себе представляю, что это я теряю бдительность, а другая я, мне это подкидывает на лопате, и я такая... Опять я не уследила. И часто вот эти, как бы, почему эти дела? То есть, как бы, по большому счету, маленькая микропомощь вполне... отвечает нашей ценности, например, помогать людям. Похоже, здесь все присутствующие ее как-то готовы за нее биться. Но с другой стороны, да, мы это делаем по привычке, да, а с другой стороны, в чем как бы проблема не в том, что, ой, опять я вот там не смогла сказать нет, ну вот это какое-то такое, типа, не очень приятное навешивание на себя. Самая проблема, самые проблемные эффекты вот таких делишек, которые, значит, в маске ниндзя вбежали в нашу жизнь, это то, что, вероятно, оно застопорит, я их называю дела-стоперы, то есть оно стопорит все остальное. И, ну вот, как бы, очень радуюсь, если у вас не так. Ну, у меня прям вот есть очень несколько ярких примеров, когда я чуть ли не на несколько недель вставала, у меня вообще вся моя жизнь, потому что я, ну, хорошо, я делала что-то обязательное, не это, потом я такая, блин, вот это вот, ой. И как бы, и я ни своей жизнью не наслаждаюсь, ни это дело не делаю. И вот оно, а причем поскольку оно, опять же, оно кому-то обещано, а мы часто, как бы, отдаем предпочтение делам, которые для кого-то, чем дела для себя, оно вот начинает нам, оно просто как бы перекрывает путь к себе, потому что, ну вот, самые яркие впечатления от проекта «Выходные» у людей в том, что они действительно выключают телефон,
И не сразу, а там через ночь, завтрак, обед, и вот там, не знаю, к вечеру субботы, они обнаруживают себя в том, что действительно есть чувство, что, о, все, я никому не нужен, у меня, короче, я ничего не должен, обо мне позаботились, мне не нужно даже про еду думать, ну, как бы даже она сама как-то тут появится, а потом посуда как-то сама уберется, ну, как бы фантастика. Нам сложно такое себе сконструировать, и я подозреваю, что проблема с лесом, она вот в этом, в том, что как бы сложнее не пойти в лес, а сложнее вырубить себе этот час в полном ощущении, что да, за этот час никто не схватится, ничего не упадет, имею полное право. И вот как бы в этой как-то классическая дилемма леса войдет в нашу хрестоматию. Вот, в общем, классическую дилемму леса, наверное, стоило бы решать именно с того, вот как бы, правда ли в эти полчаса никто не опомнится, не хватится, в том числе я сама, которая хочет. Яна, но это же не полчаса, на самом деле, это же время плюс встать, собраться, попить кофе, одеться, выйти. Ну, то есть, мне кажется, что здесь тоже много таких вещей, которые не столько в деле проблема, сколько вот в этом городском пространстве, комьюте и каких-то других вещах, тех усилиях, которых нужно сделать. Хотя я с тобой согласна, что даже ментальное усилие логистики, как я это сделаю, как я туда доберусь, не знаю, если еще и холод, так вообще моя жизнь останавливается, как только на улице холодно. Ну вот, а это как? Ну, здесь это ровно то, про что я вот как предлагала вам, ну вот, очень внимательными быть к разным процессам и к тем сложностям, или к тем, это не всегда сложности, иногда это, ну, как бы простости, которые просто непривычные. То есть это иногда какая-то очень... Ну, я просто вот это все отношу к решению через пространство. Возможно, ну, вот как бы... Переехать в лес было бы софа-решением, да? То ну, есть... как бы, да, наверное, что просто быть в лесу постоянно. Самое интересное, что я-то живу в 2 минутах ходьбы от леса. Ну, так расположен мой дом. Для меня вот то, что ты говоришь, там встать, можно даже не пить кофе, можно встать, будет одеться и пойти в лес, это, ну, максимум 10 минут, да? Я думаю, что... Да, но для этого либо нужно вставить себе будильник ровно. Несколько лет назад я подумала о том, что хорошо бы бегать по утрам, а так получилось, что я просто в какой-то момент стала очень рано просыпаться. Вот я могла проснуться там по 6, хотя мне надо было вставать в 8, и я просто валялась и не знала, что делать, я не могла уснуть. Это какой-то один из дней, а как раз у нас что-то была очень теплая весна, сухая погода, еще был март месяц. Я думала, а что бы не побегать? Вот я встала и пошла там полчаса побегала в лесу. Пришла, у меня было шикарное ощущение, потому что прохладно все равно еще. Щеки так вот жжет, я так в душе горячая после всего этого дела. Ощущения были шикарные. Да, мне сказали тогда, помню, тебе нужно постараться 2 недели вот это делать. Если ты сможешь это 2 недели сделать, то ты втягиваешь, у тебя вырабатывается привычка. Но я побегала неделю, и я поняла, что вот бег — это вообще не моя тема. Мне тяжело, мне скучно. Никакая музыка, мне ничего не помогает. То есть вот после бега ощущения, они были шикарные. Но вот сам вот этот процесс бега, он был для меня ужасен. А это тот же лес был? Это этот же лес? Да, это рядом с домом, да. Вот, и потом что-то у нас погода испортилась, пошел снег, там слякоть, и все, и какая-то музыка. Ну, короче, все, у меня вот это вот... вылетела из головы. Но сам факт вот этого нахождения леса в 2 минутах от дома, он для меня вот постоянным таким вот укором, потому что ты не пользуешься такими шикарными возможностями. София, мне очень хочется как-то вступиться за вас от этого укора. Ну, я не знаю, мне кажется, что все слушающие эту историю заметили, что в ней много, ну, как бы, в ней много сложностей, на самом деле. Если у этого леса есть уже... Ну, вот, как я услышала... Ладно, сейчас, Мелани, скажите, что хотели, а потом я свою тираду. Я просто говорила, что это рай.
Вы можете бегать, ну, или гулять в лесу. Это просто шикарная возможность. Да, именно потому, что это шикарная возможность, она висит надо мной укором. Потому что я не использую эту возможность шикарную. Вот я о чем. Да, да, и вот и дальше как бы мое как раз то, что я пытаюсь... Защита Софии от леса. Да, защита Софии от Софии, которая, значит, с немым укором. Чуть-чуть вот, ну, я, как, к сожалению, то есть вот это как не то, чего мне хотелось бы делать в рамках этого семинара, но почти уверена, что у каждой из нас есть какой-то свой немой укор. И, скорее всего, этот немой укор только сильнее от тех лет, за которые он является немым укором. И, ну вот, прекрасная, прекрасная история, что там неделю вам удалось побегать. И она, правда, прекрасная, потому что, ну, это опыт. Ну, как бы такие, было? Было. Выходили в лес? Выходили. В этом смысле можно относиться к этому, к доказательству, что это возможно. Но, с другой стороны, вот тоже вы пока рассказывали, ну, на самом деле, то, что мы с вами сейчас делаем, весьма косвенно может относиться, с одной стороны, к теме онлайн-офлайн, с другой стороны, мне хочется вам показать, как про это можно думать, чтобы все-таки вообще входить во взаимодействие с подобными процессами. То есть это дальше натягивается на что угодно. Хочу меньше быть в офлайне, хочу больше, не знаю, чего-нибудь еще, меньше работать. Оно все вот примерно так мы про это можем думать. Ту неделю, которую вы бегали, можно ее запомнить как некоторый уникальный эпизод того, как хочется. И вот я слышу, что вы говорите, там, я помню вот это ощущение бодрости, там, щеки немножко, значит, горели, и вот это вот встали. Но, во-первых, вы сказали, я почему-то сама собой вставала очень рано. Ну, то есть это как бы не вы сделали, это просто с вами случилось, и вы этим воспользовались, как бы раз. Два. Была сухая весна, а потом началась слякоть командировки, зима, ураган. Ну, в общем, это тоже, то есть одно дело выбегать в сухую весну, другое дело сквозь слякоть командировку и непогоду. И как бы корить себя за то, что мы не выходим гулять в слякоть непогоду и в командировке в лес дома, ну, в общем, как бы немножко иррационально и несправедливо. Вот, а третье, это то, что, ну, это как бы вот это тоже какая-то такая немножко скорее притянутая за уши интерпретация, я бы, ну, не знаю, я за нее не впишусь, но все-таки в эту сторону можно подумать, что есть какая-то, ну, вот у этого акта, то есть вы на самом деле не выходите, сейчас, да, вот когда у вас сейчас есть этот порыв выйти в лес, вы на самом деле не просто идете в лес, вы преодолеваете, не знаю, годы, когда у вас не получается выйти в лес. И это вообще-то серьезный соперник. Ну, в смысле, это как бы вот у всех наших таких немых укоров есть вот это большое нечто, которое, ну, это не мы один на один, то есть были бы мы ребенком, который не помнил, что вообще у него вчера получилось, не получилось, он бы легко выбежал. Я проснулся, побежал. Да, то есть у нас очень много каких-то выученных наших представлений о себе на нас влияют. И, ну, как бы, ну, не знаю, не без мордобоя, конечно, но я бы вам предложила обороняться от всех, кто говорит, о, да это ж так легко. Вот, как бы вы такие... Рад, что вам легко. К сожалению, мне нет. И тогда мы идем как бы вот этой длинной дорожкой поиска микросопротивлений или микропоиска, или поиска микро каких-то удовольствий. Ну, то есть вот как-то заканчивая этот спич свой про лес, я бы сказала так, что ну, это как бы, знаете, такой рецепт, который я даю как почти лечение кариеса по фотографии. Но, ну вот, то есть нужно было бы вас больше порасспрашивать. Но можно сказать себе, окей, у меня есть одна суббота, и у меня ноль дел в эту субботу, кроме одной. В какой-то момент в кайфуше на хотя бы на 10-15 минут выйти в лес. Вот прям как-то, чтобы это было правда, единственная ваша забота, которую вы сделаете от безделья. Вот, ну, что-то такое. То есть так обустроить себе этот эксперимент, и когда вы это сделаете хотя бы один раз,
у вас появится очень много сведений. Вот как бы возвращаясь к этой метафоре исследования процесса, вы узнаете, в какое время суток вы на самом деле пошли. Может быть, это не утро до завтрака, может быть, это вечер, когда вы вот в промежутке между окончанием работы и ужином, да, то есть, может быть, это какое-то переключение. Может быть, у вас... ну, не знаю, какая-нибудь нету самой удобной обуви по погоде. Вы такие, хорошо, мне нужны, кажется, прогулочные классные новые ботинки, в которые я с удовольствием буду надевать, чтобы выйти. Или там, вы вспомните этот запах леса не только с порога, но и чуть-чуть уйдя вглубь. Вы вспомните, ради чего вообще все это. Или там, или вот мне кажется, что тоже какая-то из этой серии разговор, что, ну, как бы нам кажется... Чего выходить в лес на 15 минут? Ну уж если идти, то на час. Но вполне возможно, что даже 15 минут вам хватит для того, чтобы всех тех радостей, которые вам вы от леса ждете, сделать. И вот это, и это какая-то тонкая работа. Это не логика обязательств перед собой. Я надеюсь, вы слышите эту разницу. Это совсем другое. Это как бы... Это, забота о себе с целью убрать все мешающее и оставить все, что нам нравится. Вот как бы так. Мне очень нравится, что Яна защитила Софию от Софии, которая... Я просто, когда... Меня обратила внимание, Яна в какой-то момент сказала, вот София молодец, что взяла там и выявила себя. И я словилась на мысли, что на самом деле это очень круто. Для меня это то, что чему меня, например, йога научила, что мне вот в чем... что мне помогло. Это когда ты относишься к себе как к ребенку, ну, такому, со стороны родителя, наверное, не советского, а скорее европейского, да, когда так мягко, да, то есть ты не кричишь, ну, стой, куда пошла, вернись на место, это нельзя. А ты действительно как бы вот ты даешь возможность, ты мягко поворачиваешься, нет, туда мы сегодня не пойдем. А давай попробуем вот это. Ну, то есть мне кажется, такое... Это про бережное отношение к себе в большей степени, чем обида на себя за то, что ты что-то не сделала. И мне очень нравится, что Яна это, ну, защитила тебя в этом смысле, да, и показала, что, ну, не надо, потому что это только... Не знаю, да. Я тоже хочу тебя защитить. Спасибо, мне, конечно, очень приятно. Ну, получается, тогда я делаю вывод, что не имеет в данной ситуации смысла сказать, давай я проведу такой эксперимент, что каждый день, пусть не час, но на 15 минут, то есть я буду ходить в лес до завтрака. То есть, ну, ничего не стоит полчаса там встать раньше, на самом деле, мне. У меня нет проблем там с ранним подъемом. Вот. То есть получается, что мне нельзя, потому что я знаю, что если я сейчас скажу, так, сейчас я делаю вот это, я ставлю себе задачу на эту неделю делать вот так каждое утро. Я это сделаю. Но получается, что тогда опять я иду против себя, то есть не имеет смысла так делать. То есть надо все равно как-то по ощущениям. Сегодня захотела, пошла, завтра не захотела, не пошла. Я так скажу. Здесь, если вам... ну, то есть вот здесь просто вот такая бисерная работа с формулировками, то есть типа каждый день, но на 15 минут, но вот в ней пугает каждый день, ну, потому что как бы уровень слов каждый день — это отныне и до скончания веков. Ну, то есть как бы... Зато это вырабатывает привычку просто, если каждый день ходить, то это вырабатывает привычка. Я думаю, что это не единственный способ работать с привычками. Вот. И вот, наверное, то есть как бы вполне возможно, что этот шаг тоже придет, просто он может прийти чуть попозже, и, ну, я думаю, что есть некоторая, ну, вот, ну, скажем, смелость и мужество все-таки впуститься в этот эксперимент, и я бы сказала, ну, вот опять же, так примерно, что там сегодня вторник, вот, не знаю, вы говорите себе, там, не знаю, смотрите на прогноз погоды и говорите себе, о, там, до конца недели вроде не очень много осадков, на этой неделе, не ждем следующего понедельника, на этой неделе выйду разок, когда-нибудь, в любой из дней оставшихся, выйду разок и посмотрим, что будет. Если это удастся, вы такие, о, ну, хорошо, до завтрака, да, действительно, там, не знаю, никто не пострадал. На следующей неделе, ну, хорошо, пару раз. То есть вот здесь как бы, знаете, есть такое еще понятие из
дизайн интерфейсов, user experience. Часто вот всякие приложения, типа там, не знаю, на бросание курить или на вырабатывание как раз привычек, они очень такие директивные. Типа один раз ты облажался, и, ну, ты уже как бы туда приходишь с ощущением, я лузер, я, типа, облажался, я лузер. У него, то есть там само приложение выглядит так, что либо все, либо ничего. Мы сами умеем от себя либо все, либо ничего. Вот, а вот как бы, то есть можно, ну, можно прям про это думать, как, ну, как про какое-то довольно непредсказуемое что-то, то есть вам на что-то, на что мы хотим повлиять, но где не все в нашей власти. И мы такие, ну, хорошо, если там, оказывается, если я просыпаюсь и погода плохая, я не иду в лес, и мне с этим окей, все, этот день просто как бы потому, что погода плохая. А вот что происходит? А хочу ли я, если хорошая погода? О, может, хочу. А, может быть, она меня сама манит. А может быть, не хочу. А почему? О, кажется, я вчера легла поздно, поэтому... Или там, вчера работала до 11, поэтому я свое, ну, свободное время не реализовала вчера, мне его вообще-то сейчас хочется. И вот это вот как бы... То есть я зову к прислушиванию, и в этом прислушивании иногда как бы прислушиваться можно и к каким-то договоренностям более директивным с собой. Там, ну, люди в марафоны бегают, чтобы узнать какие-то там пределы своих возможностей. И вот это все как бы переводится в такую метафору действительно какой-то игры с собой, экспериментом с собой и узнаванием, а что для меня хорошо, и что как бы хорошо и не только для меня, а, например, там для, ну, не знаю, для рабочего коллектива вообще-то хорошо, если мы все чувствуем себя хорошо, да, мы не там, не знаю, не рычим на коллег или там, мы хорошо соображаем во время каких-то мозговых штурмов. И в этом смысле вот через какие-то тоже вот можно... Вы говорили про, что многим проще с кем-то. Проще с кем-то, потому что, ну, как бы там, миллион почему, потому что мы вообще-то как бы люди и хотим быть с кем-то. Даже такого, такой причины достаточно. Но вот в случае, если у вас нет возможности договориться с кем-то выйти в лес, может быть, есть с кем-то возможность договориться на, там, не знаю, утренний созвон, маленький, коротенький, где вы расскажете про лес. Ну, это же, по сути, тоже некоторое социальное обязательство. Придете, расскажете, о, видела ёлку и березу. Или что-то там еще. Ну, то есть, как бы, и это такая, да, это чит-ход. Можно что-то такое придумывать. А как это перенести вот на on and off? То есть как мы работаем вот с разделением? Это такая же схема или какая-то другая? Давайте я вам все-таки как бы, в оставшиеся 12 минут быстренько покажу свою презентацию. Не знаю, сколько из этого будет... Ой, эй, а как это сделать? Нужно прямо... внизу есть шеэскрин? Это да, это ага. Да. А, я поняла, сначала расширить, а потом открыть. Значит, вот такая симпатичная... Что я могу сказать, как бы я прям иду по тем своим каким-то ощущениям, которые я прошла за вот это время изоляции. Значит, первое время я делала себе вот такое расписание, где, видите, там часовые слоты. То есть прям, простите, что мелко, ну, это как бы можно быть... В общем, там часовые слоты, там, не знаю, час на утренние страницы, например, захотелось мне в один день их пописать, час на завтрак, час на там что-то, какую-то задачу, час на чтение, час на тренировку, час на созвон, час на обед, час на там домашку по английскому. В общем, эти часовые слоты, они как бы, они не очень, ну, они не очень... описывают точно реальность, это, да, карта не есть территория. Моя жизнь не так, как написано на бумажке, там в промежутках я еще успеваю сделать пару дел между этим, но вот это вот как бы час в день, это какая-то наглядная работа со своим временем. И вот я здесь раскрашивала в режиме, ну, там какой-то момент это сбилось, кажется, но я пыталась раскрашивать, то есть это просто конкретно на этой бумажке, я это сделала больше, чем один раз. Я раскрашивала вот там фиолетовым, как, что я по факту сделала, это было карандашом, я стирала и рисовала, я просто очень люблю это все делать руками, вот. А зеленым — это то, как запланировано, то есть это вот одна из матриц, то есть мы можем исследовать, как мы запланировали и как было по факту.
на другой такой бумажке в другие два дня, да, то есть мы не обязательно на каких-то очень больших диапазонах можем за собой наблюдать. Вы можете точно так же по часам, например, раскрасить что-то, и не обязательно делать на бумажке, можно делать, не знаю, в Excel или в своем каком-то туду-листе, просто, ну, не везде это легко делать. И да, можно раскрасить себе, как бы, какие дела офлайн, какие онлайн. И там, mm-hmm. например, если завтрак и обед и ужин мы как бы рассчитываем как офлайн, ну тогда, тогда, наверное, мы ничего не смотрим в это время. Ну, там, например, можем слушать, потому что мне кажется, что еще тоже есть разница. А мы как бы смотрим в экран, или слушаем, или читаем с листа, или читаем с экрана. То есть, вот здесь вот это все как бы очень много комбинаций. И мое предложение, вот, во-первых, в личном распорядке дня, который, да, не календарь рабочий с коллегами, не еще какой-то, не знаю, не чат, а в своем личном каком-то интерфейсе записывать все по факту, да, то есть некоторые невидимые дела или невидимые процессы, они как бы нам искажают наше представление о реальности, потому что нам-то кажется, что мы... сегодня довольно много всего для себя сделали, а когда мы записали это, выяснилось, что мы реально головы не поднимали в течение целого дня. И вот я как бы очень как-то предупреждаю, что это упражнение или вообще почти какие угодно упражнения, я их никогда не предлагаю делать, вот как говорю, отныне и навсегда. Я веду такой, вот сейчас я стала рисовать такие почасовые штучки только на выходные, потому что в выходные у меня нету рабочего календаря. В рабочие дни я веду рабочий календарь в рабочие часы, и там вечерние часы распределяю в ежедневнике, ну, как бы просто там только хвостики эти видны. Вот, и эта визуализация, она тоже как бы помогает, вот такое, одно дело, один час помогло мне фокусироваться, да, что в каждый час, то есть если вообще-то у нас 8-часовой рабочий день и 8 дел, и даже хорошо, не все из них часовые, некоторые короче, некоторые длиннее, но при этом вот как бы в среднем так. Это нам помогает задать какой-то ритм нашему дню и, ну, как бы меняться. И вот самый классный, мне кажется, на этой бумажке нету, но у меня был очень классный, ну, я не могу сказать, что это как бы регулярно, но время от времени я делаю тренировки в середине дня. И я вот их себе вписываю, в понедельник есть 13-14. И я себе вписываю тренировку, и как бы и в случае, при прочих равных, если я, то есть я, это не первая моя тренировка в жизни, я знаю, куда, какой видос я открою, я знаю, какие шорты я надену, я знаю, что у меня есть кроссовки, я знаю, ради, ну, вот как бы свое ощущение кайфа от тренировки мне уже тоже известно. Это годы, правда, то есть это нелегко. Легко, я ни в коем случае как бы не хочу вам дать ощущение, что это легко. Но при этом, когда вот я уже вот эту всю предварительную работу и исследование сделала, я могу себе, вот здесь вот даже есть что-то типа того, как София говорит, я чуть-чуть себя как бы, это чуть-чуть коммитмент с собой, это чуть-чуть я себя, ну, как бы заставила из вчера, да, я себе вчера это запланировала, и это правда случилось. Вот. Соответственно, это первый ответ на вопрос, как с онлайном и офлайном, это понаблюдать, желательно как-то пофиксировать, а как у вас действительно распределяется время. И поузнавать, вот в какой-то день, когда вы закончили пораньше, например, на следующий день легче всталось, там, ну, то есть какие-то есть еще корреляции, просто абсолютно... Ну, мне кажется, ошибочно это в общем виде сообщать, как какие-то директивы, потому что у всех в итоге все равно будет по-разному. Вот. Второе. Значит, про распределение внимания хотелось бы мне сказать. Тоже, вот вы правильно замечали, что здесь все очень плывет, да, то есть мы теряемся дома, и... Ну, я, опять же, судя по всему, у вас скорее все сложности скорее с переработками, чем со сложностью начала работы. Но если мы, вот здесь, да, пункт планирования и декомпозиции процессов, он про то, что если мы, ну, то есть, во-первых, планирование — это часть уже дела, то есть если мы планируем, и планировать нам, например, нравится, то это не значит, что в этот момент мы кайфуем. Это часть работы, это важная часть работы, она должна учитываться как бы в рабочее время. Если мы планируем достаточно, ну, как бы до каких-то единиц усилий, которые предсказуемы по времени,
Это позволит нам распределить наши усилия в, ну, в какой-то календарь, да, в каком бы виде он ни был, и потом смотреть, а как бы укладываемся, не укладываемся. И, например, дела, которые оказываются сильно больше, чем мы про них думали, мы начинаем их замечать, и как бы мы потом к ним внимательнее относимся. И тогда, ну, то есть все наши какие-то, ну, наверное, очень-очень сверхработы, они связаны с тем, что, ну, я не знаю, нет, на самом деле много с чем они могут быть связаны, но во многом это, я думаю, что вот какая-то такая непредсказуемость некоторых дел по времени, некоторые дела замкнуты на других людях, там еще что-то такое, но, в общем, короче, они тянутся, и поэтому мы от них немножко не зависим. Концепция закрытых списков. Это прям супер класс. Я не знаю, опять же, но я скажу, что это из книжки Марка Форстера «Сделай это завтра». Совершенно прекрасная книжка, очень, очень рекомендую. Если вы хотите прочесть хотя бы одну книжку по тайм-менеджменту, читайте эту. Все остальные не читайте. Да, она называется «Сделай это завтра», и она очень изящно как раз учит искать... Она очень изящно учит искать вот это вот ощущение «все, на сегодня я закончил». То есть вы закрытый список — это тот список, в который ничего больше не может попасть. Вы знаете, накануне там, или с утра себе составили список дел, он пишет прям там, ну там немножко она чуть-чуть такая устаревшая, в смысле там тоже email, ну то есть часть технологии он еще не описывает чуть-чуть устаревшим образом, он такой типа вы прям отчеркиваете чертой и все, что как бы происходит свыше этой черты, оно все автоматически уходит на завтра. Мы не позволяем своим делам вторгнуться в наше сегодня, потому что, ну, елки-палки, мы свое сегодня вообще-то накануне попланировали. Мы вложились лично, мы в свое, как бы, распределение своего рабочего времени, рабочего внимания, и если кто-то там, у кого-то что-то загорелось, то, ну, мы поможем ему прямо сегодня, в ущерб своему сегодня. И здесь вот, как бы, все, что... У него тоже из книжки идея такая, что аврал — это как бы либо кто-то что-то продолбал, либо мы что-то продолбали. Вот мы как бы пытаемся снизить количество то, что мы продолбали, и делать свои действия, и делать свои дни более предсказуемыми. И, ну, как бы, есть план, сделал план, все, до свидания, все остальное завтра. Ну, это немножко буквально, и я понимаю, что очень много есть оговоров, но это как бы примерно то, как про это можно думать. И если у кого-то что-то загорелось, то, ну, вы договариваетесь, да, и вы говорите, ок, хорошо, да, я помогу тебе, но завтра. И завтра вы это уже можете, ну, как бы включить более, ну, информированно по отношению к себе в свой список дел. И наблюдение за тем, что вам дается сложнее всего, это, соответственно, некоторая вот эта вот фоновая рефлексивная работа о том, ну, замечания, исследования, какие процессы вам вообще-то делать не в кайф. Работа похожа, да, похожа в 2020 году. Мир таков, что мы можем работать так, что там, типа, 95% работы нам в кайф. Мы можем ее как-то там реорганизовать или еще что-нибудь такое. То есть, ну, я не говорю, что во всем мире там все работают в кайф, конечно же, нет, но как бы тьфу-тьфу, кажется, нам у нас есть шанс. Вот, и, соответственно, в случае, если мы сталкиваемся, особенно если сталкиваемся раз за разом за какими-то штуками, которые существенно там нас как-то напрягают, возможно, есть пути перераспределить задачи, там, не знаю, автоматизировать, отдавать на аутсорс, ну, в общем, что угодно. Есть вещи, которые, как бы, вот Евгения говорит, что отчеты ее не радуют. Ну, как бы, похоже, есть люди, которых отчеты радуют. Ну, их там не очень много, но они существуют. Или можно сделать выполнение отчета каким-то более там геймифицированным. Внимание к результатам. Это просто супер маст, что мы абсолютно забываем. Это то, что мы, ну, вообще-то мы делаем, а потом, ну, как бы, а потом спим, потом снова делаем. Вот хорошо бы между этими спим вспоминать о том, что, ну, даже не то, что не только вспоминать, но
паритетно уделять внимание и результатам. То есть если мы составляем себе некоторый план, он имеет вес, он имеет какую-то форму в виде списка или в туду листа, то хорошо бы примерно симметрично, чтобы у нас был итог. Ну, то есть как бы по меньшей мере итог — это там проставленные галочки, а по большей мере вообще-то это какие-то акты, ну, прям я, например, по воскресеньям сажусь и пишу, что у меня произошло за неделю, или что я сделала за неделю. И я прямо это отдельно, в отдельном месте, в отдельном файле перечисляю какие-то свои прорывы или важные дела. Обязательно наш с вами воркшоп войдет в мои итоги недели. Очень классная мысль. Вот думаю, что это как-то, если что-то и было супер удивительного в моем сегодняшнем выступлении, то, мне кажется, это она. Это то, что на удаленке мы много работаем, потому что есть опасность, ну, вот как бы она такая наша внутренняя, наш внутренний какой-то там, ну, не критик, а скорее такой надзиратель. Наш внутренний надзиратель, ну, как бы такой, он что-то пришептывает в стиле, если ты работаешь недостаточно, то будет мало результатов, а все подумают, что ты ничего не делаешь. Ну, никто же не видит. В офисе это видно, все на виду. Даже ты там работаешь, не работаешь, неважно, был. Вот. А вот это вот, как бы, то есть мы много работаем, чтобы увеличить видимость результата своей работы. И я думаю, что про это, как бы, классно про это думать и разговаривать на уровне команд или даже на уровне, ну, там, организаций, потому что, ну, в каком именно виде мы показываем друг другу результаты. Иногда результаты, ну, опять же, иногда результаты, то, что называется, нулевые, да, какие-то, ну, результаты. Иногда у нас возникают сложности, и эти сложности тоже результаты нашей работы. Рефлексия, обратная связь — это, ну, как раз вот то, о чем я говорила, на уровне команд можно было бы смотреть, да, и как-то обсуждать работу. И празднование побед, ну, тоже, опять же, кажется, не очень во многих каких-то коллективах есть традиция ритуалов вот таких совместных каких-то совершений. Но я вот слышала, что у вас была идея собраться вместе офлайн. Это тоже, это как бы это туда, это как раз было бы, да, празднование вашего результата. Но если его как бы не будет, то хорошо бы, чтобы он все равно какой-то был, да. Иначе, ну, это тоже, мне кажется, это что-то про какую-то вот такую, типа, вселенскую справедливость. Но мы столько впахивали, ну, как бы нужно же это тоже и отпраздновать. И внимание к собственному состоянию, ну, про это я, благо, сегодня поговорила уже очень много, и есть масса разных приемов исследовать свое состояние или лучше его уметь описывать, ну, как бы там их, в принципе, ну, не знаю, вот там 4 с куста, там некоторые письменные практики, дневники, рефлексия, может быть, рефлексия устная, там, как в жанре терапевтических каких-то сессий, так и в жанре, ну, просто вообще-то поделиться сложностями, горестями с домашними или коллегами. Не знаю. Ну, в общем, понятно. То есть, как бы, внимание к состоянию может выражаться дальше в каких-то действительно артефактах, но только тогда, как бы, и фокус на этом. То, что дается сложнее всего, уже сказала. То есть, как бы, в моменты, когда вы делаете что-то, что вам сложно дается, вы на самом деле используете какие-то свои умения. И даже если это было через скрипящие зубы абсолютно, через силу, еще что-нибудь такое, опять же, возвращаясь к рефлексии и вниманию к себе, можно спросить себя, как бы, а что мне позволило с этим справиться? А на что я опирался? А что я вообще-то, как бы, какие свои умения я здесь использовал? И выяснится, что у нас много есть каких-то сил других, не только вот этого скрежета зубами и делания через силу, а еще какие-то вещи. И они важны. Ощущение, что можно попросить помощи тоже, ну, как бы, не думаю, что... в смысле, мне кажется, что у вас
с этим все хорошо, вот, просто все равно есть такой эффект, даже в самых лучших коллективах с самыми, да, любящими друг друга коллегами, все равно могут быть эффекты, что вот я как бы, пока я молодец, меня все любят, а как только я попрошу помощи или выяснится, что я встретился со сложностями, тут-то все и поймут. Вот, не знаю, если, ну, короче, мысли походя. Чувство плеча, которое хорошо бы его, ну, чтобы оно было не только воспоминание о догадке чувства плеча. Чувство плеча можно давать друг другу регулярно, как-то явно, и можно придумывать самые разные какие-то приемы или акты поддержки, ну, не знаю, какой-нибудь там. Вот у нас в разгар изоляции в нашем, да, в коллективе, в практикуме, у нас прям несколько пятниц после работы, но никто не идет в бар, все, и мы все собирались на свечку, как в пионерлагере, все собирались, значит, перед экранами и включали, зажигали свечи и там делились какими-то своими там неделями личными, не разговаривали про работу, просто были друг с другом, и косвенно, например, ну, это как-то легитимизировало некоторые сложности рабочие, потому что на фоне там у кого что, у кого там вдруг, не знаю, ну, в общем, вдруг что. Яна, а вот это ощущение, что можно попросить помощи, оно должно быть именно ощущением, или этого должны быть какие-то там реальные, не знаю, проявление? Я в том смысле, что если ты знаешь, что твой коллектив уже перегружен, и все работают очень много, и ты понимаешь, что если ты сейчас попросишь помощи и переложишь свою работу на кого-то еще, то ты какому-то конкретному человеку, ну, вот, как бы усилишь ту агонию. То есть мне интересно, как с этим работать. И, с одной стороны, есть ощущение, да. Ну, вот я, например, знаю, что я всегда могу просить помощи у Софии, ну, то есть всегда. И я знаю, что она всегда сделает все, что она может. Но я также знаю, что София много чего делает, и есть вещи, которые, как бы, мы договорились, например, что сделаю я. Ну, я не знаю, то есть ощущение остается, но ты же все равно... То есть одно дело ощущение, другое дело, когда ты можешь или не можешь воспользоваться. Это про одно и то же или про разные вещи? Ну, нет, мне кажется, ну, вы очень точно это описали, что одно дело — это ощущение, а другое дело — перекладывание. Ну, то есть это не одно и то же, разумеется. Я думаю, что, ну, как бы... Да, ну, в зависимости... То есть это как будто бы, знаете, тема для отдельного разговора, и, наверное, разговора не как бы не одной маленькой части коллектива, а для общего разговора. Но и опять же, зависит очень от ситуации. Но я бы сказала так, что вполне вероятно, что если все себя кладут на амбразуру и кладут, то, в общем, как бы этому нет конца. Вот. И похоже... ну, как бы общую перегрузку, ну, нужно просто разбираться в генезисе этой общей перегрузки. Возможно, с ней можно каким-то работать и коллективным способом. То есть достаточно этого ощущения, но это для меня тогда просто про доверие. Ты доверяешь, что в случае чего больше, чем реально ты там знаешь, ну, не знаю, как бы... Ну, опять же, знаете, в порядке бреда я ничего не знаю про специфику вашей работы, но представим себе, что там, не знаю, у одной из вас поперек горла отчеты, а у другой из вас поперек горла что-нибудь другое. Вы созваниваетесь на 7 минут, друг другу чуть-чуть так это рассказываете, что как, а потом меняетесь делами, такой типа... А давай наоборот. Вот, и это как бы, ну, не знаю, условно, ну, конечно, шило на мыло, оно с одной стороны, а с другой стороны в этом тоже есть как раз вот это вот и плечо, и доверие, и какая-то гибкость, и, ну, мы можем опереться в какие-то, ну, те вещи, которые для другого будут вообще не, ну, они будут секундной помощью, и они могут нас сдвинуть с мертвой точки. И это я согласна, это сложный вопрос, он сложный с эстетической точки зрения, но он не решается одиночно, это коллективные какие-то штуки. Я как бы поэтому, ну, не возьму здесь что-то... Mm-hmm. Ну, то есть, ну, мне просто было интересно, это вот про именно больше про доверие, внутреннее ощущение, чем что-то, что ты практикуешь, что ли? Ну вот на этом конкретно слайде это действительно про наши ощущения, то есть внимание к себе. Мне кажется, что иногда мы можем работать
из какого-то такого, ну, из какого-то менее безопасного состояния, чем, типа, я в безопасности. Yes. Вот. А вот как бы где-то раньше, где там, где планирование времени, где декомпозиция процессов, вот здесь это как раз, мне кажется, те этапы, где можно делать более какие-то общие взгляды на процессы и, ну, на каких-то подведениях итогов, да, мы с вами говорили про подведение итогов, смотреть, ну, как бы, да хоть даже и рассказывать друг другу, типа, сколько кто поработал, не с целью помериться. Ну, в общем, вот это все как бы другой совсем разговор, я поэтому... Поняла. А у меня вот тут тоже есть такое соображение, комментарий, не знаю, как вопрос. Вот, это, конечно, замечательно, когда в коллективе, там, где есть эта атмосфера доверия, ты понимаешь, что ты доверяешь партнеру, что ты знаешь, не поставить плечо в случае необходимости. Но не каждый раз в коллективе такое, не в каждом коллективе такое может быть. Даже вот, ну, я, допустим, работаю в разных проектных командах параллельно. И вот в одном проекте, допустим, вот в этом, как Женя говорит, мы действительно можем довериться друг другу, мы знаем, что мы друг друга подменим. А в другом проекте я не могу этого сделать. Я знаю, что, ну, есть какие-то вещи, которые я не могу доверить другим, потому что они, ну, недостаточно, может быть, опыта и знаний, либо по каким-то другим причинам, но у меня нет такой вот спокойного уверенности. Как тогда? Ну, здесь два вопроса. Первый — это, ну, одно дело как бы доверить по, ну, как бы по-человечески, а другое дело доверить по-профессиональному. Ну, это как бы два разных разговора, и где вы не можете делегировать там какие-то свои профессиональные задачи, в которых только вы компетентны, ну, грубо говоря, тогда мы к этому относимся как к такой конфигурации своей роли в этой команде. И, возможно, минимизируем другие вещи, да, берем только, то есть мы как бы говорим, ок, у меня в этом проекте экспертная позиция, я в этом проекте не ворочаю, не менеджерю, я в этом проекте делаю вот это, да, ну, я не знаю, есть ли возможность, но это один из способов про это думать. Ну, понятно, да. А второй, это как бы, ну, в случае, если вдруг, да, как бы там так вышло, что это все вообще, ну, нельзя про это подумать, да, и вся конструкция какая-то такая, что, ну, вам приходится вывозить и вообще некуда деться. Ну, здесь я бы сказала так, я бы задала себе вопрос, то есть это уже не коллективный вопрос, а личные. Я бы спросила себя, а как я тут оказалась? Типа, почему? Почему я здесь? Зачем это вообще? Ну, то есть в таком стиле. Ну, и может быть куча причин. То есть может быть потому, что необходимо, ну, это дает некоторый доступ к другим более интересным проектам. Или это, ну, какая-то временная необходимость, чтобы заработать. Или там, ну, как бы, как я здесь оказался, зачем все это, спрашиваем себя. И, возможно, там, не знаю, в случае вот как бы вообще не к стыду своему, но при этом вообще у меня все в голове поменялось, когда я поработала на работе, которую я не любила. Я ее делала, ну, не то чтобы плохо, я ее делала, ну, достаточно посредственно. Ну, справедливости ради, заказчику, мне кажется, тоже там было все равно. Ну, то есть вот это вот как бы ощущение работы, где всем все равно, и типа она либо сделана, либо нет, и все такие, а... И я так много, знаете, узнала, как, оказывается, мне действительно бывает все равно про работу, как можно сделать ее до середины, и как ее можно... Ну, и я прям делала вот как бы по нижнему краю, типа вот меньше уже, ну, совсем нет, а вот это, ну, как бы, да, да, все тут, всем норм, норм. И это прекрасно разотождествило меня от работы. Это, ну, там, полгодика терапии, чтобы справиться с тем ощущением, что я человек плохой. Но при этом в целом, да, мы не мои... Вот у меня на компьютере есть наклейка, на ней написано «Я не моя работа», «Мы не наша работа», мы... Но при этом часто «Мы наша работа», потому что не очень яркий ответ «А что мы тогда?» «А кто мы тогда?» Вот, и вот если все здесь присутствующие дойдут до своих лесов, лужаек и прочих... не знаю, каких-то приятных ландшафтов, собственно, переходя к теме отдыха. Вот отдых, отчасти поэтому нам сложно бывает с отдыхом, потому что, с чего я начинала, мы к нему не привыкли, мы не знаем, что в него делать, что делать в этот отдых, кто я,
кто я, когда я не работаю, чем мне заниматься, чем мне себя развлекать, когда я молчу в лесу, и вот такие все вещи. И я думаю, что здесь мат снова включается, то есть, как бы, конечно же, есть такой дискурс интернета. Встреться с собой, прими себя. Очень, конечно, отличные советы, как бы грустишь, не грусти. Но вот здесь, я думаю, что снова нужно защищать себя от всего вот этого и говорить себе, я похожа, вот знаете, я тут думала, я весь июнь думала про свой, про свое чувство аврала. И я такая, я привыкла жить в аврале, я ивенщица, и у меня все как бы всегда ложилось на алтарь ивента. Все мои тренировки, все мои медитации, ну, мероприятия же, нужно все к нему готовить. И я поняла, что я в университете всегда в аврале, я в школе, мама меня отдала в 5 секций, у меня ежедневник со 2 класса, со 2, потому что я не успевала делать дела. Мои родители в аврале, у моей бабушки, если не аврал, то как бы грядка и трава, она вот сейчас звонит с дачи, говорит, я говорю, как дела? Она такая, ой, ну не могу, трава растет и растет, вот она ее каждый день косит. То есть я в 3-м поколении не умею попускаться, как бы. И я, когда я это поняла, я такая, а, да, ну, то есть, как бы, просто нужно вот здесь снова отводить себя в другой образ жизни. Я этого не видела никогда. Я не знаю, что такое остановиться, да. Ну, то есть, как бы, вот мои остановки, они были как раз, типа, уехать на 10 дней медитировать, и это в этом смысле достаточно, насильственная остановка. И вот, как бы, через вот это вот какой-то такой финт я стала нащупывать и узнавать, а что такое я в тишине, а кто я, если я не работаю, а что мне в этом хорошо. И это сложно, но возможно. Вот, наверное, кажется, на этом кончается моя прекрасная презентация. И я приглашаю вас обсудить со мной немножко происходящее или произошедшее. Как? То есть для того, чтобы, вот возвращаясь к on and off, то есть мне очень понравилась идея с раскрашиванием, да, с одной стороны, а с другой стороны не париться, но если у тебя тоже хобби или что-то там в интернете, то ну окей, как бы хорошо, если ты хочешь запланировать время офлайн, запланируй его, и там создай условия, не насилуй себя, взяла и себя вывела, там, да, и создавай пространство, ну, то есть вот так можно подвести. Ну да, я думаю так, что у нас есть, ну как бы, у нас есть новый враг. Этот враг — пандемия. Он, ну как бы, мы с ним, каждый борется со своим способом. И, ну честно говоря, это уже продолжается несколько месяцев, и мы чуть-чуть от этого подустали. Поэтому мы здесь. Но в случае, если это как бы в обозримом будущем как-то не поменяется, а там, не знаю, ну вот даже в случае с Мелани, возможно, даже когда можно будет встречаться с друзьями, может остаться все равно учеба онлайн. Ну что-то в этом духе, да? То есть, похоже, наша жизнь уже такая в 2020 году, что мы будем много онлайн. И, ну, я могу вам, конечно, сказать, не знаю, делайте каждый час перерыв на 10 минут. Ну, что-нибудь в этом духе. Или нельзя сидеть за компьютером больше 9 часов в день вообще ни за что. Ну, какие-то такие, да, советы. И я могу вам сколько угодно их надавать, но в итоге это будет такой же немой упор, как и все остальное. Поэтому, ну, вот как бы подводя итог, я бы сказала так. Избегайте немых укоров. Избегайте немых укоров однозначно. И исследуйте, как вам. Исследуйте, как вам. И не боритесь с тем, от чего нет плохих эффектов. Ну, то есть, возможно, как бы, возможно, не онлайн наш враг, возможно, что-то другое, возможно, если, ну типа, что угодно, типа, что на самом деле плохо? Может быть, как люди? Как распознать, кто? Как распознать, кто враг? Так, этот вопрос я слышала, поэтому на него отвечаю. Наблюдение надо спрещивать. Да, наблюдением и вопросами себе. Ну, то есть, как бы, вот я бы брала, как бы, мне очень тоже не хочется, чтобы с завтрашнего дня вы аукнулись в какое-то овернаблюдение за собой, потому что это тоже будет очень непривычно, может появиться очень много данных. То есть, вот здесь я вам сегодня прочесала очень много разных тем,
вам, вы как бы ничего не делаете, поспите с этим, проснитесь, и завтра просто ничего тоже не сильно меняя, чуть-чуть вот через оптику нашего произошедшего разговора поживите этот день. И вы заметите, скорее всего, как бы кто враг. Ну, или у вас хотя бы гипотеза появится. Вы такие, о, похоже, враг, не знаю, чужие делишки. И тогда вы там, не знаю, берете вот эту бумажку и говорите себе, я каждый день буду ставить зарубки, когда у меня появляются чужие делишки. И выяснится, что как бы когда два чужих делишка, это еще терпимо, а когда восемь, это уже совсем пипец. И вы как бы скажете себе, все, отныне и до какого-то времени, пока как-то сильно моя жизнь не изменится, я не позволяю себе, я просто помню. Это, знаете, как рецепт врача, где врач вы сами себе. Вот, вы себе говорите, я себя от этого оберегаю, мне это нельзя. Вот. Или, может быть, что-то другое. И здесь, ну, как бы вот сложно советовать, все люди разные. Это самое, наверное, человек, познай себя, а потом... Человек, познай себя. А потом вообще все расслабимся и будем получать удовольствие. Мелани, ты что-то хотела сказать? Ну, а я-то думала, может, не онлайн наш фраг, а некоторые люди. Ну, может быть. Но вот здесь я говорю, здесь я как бы избегала бы всеобъемлющих формулировок. У каждого, похоже, свои. Да, те люди, с которыми мы общаемся. Вот. Ну, в общем, здесь как бы... Жиратели наше время. Да. Жиратели нашего времени. Вот, да. Правильно. А я, честно говоря, в этом аспекте вспоминаю наш, опять же, тот же семинар, как правильно сказать «нет» и не испытывать от этого чувства неловкости и стыда. Помнишь, да, Жень? Враги-то, ну, враг — это слишком так резко сказано, но, может быть, ведь не другие люди враги, а враг ты сам себе. Вот почему я... Еще раз возвращаясь к тому, что мы хотели поговорить, как самому себя не загонять вот в эту ситуацию, когда ты, если ты дома и ты один, то ты работаешь. Вот. Ну, да. Здесь очень опасная дорожка разговора, что как бы я сам с этим справлюсь. Она привлекательная, она как бы, она привлекательная, но она не, ну, то есть, очень, ну, то есть... Тогда тут противоречие, тогда тут либо я сам справлюсь, я буду сама за собой наблюдать, там, смотреть какие-то, и я сама справлюсь, либо... Если это плохая дорожка, что я сама себе справлюсь, значит, все-таки нужно обращаться, ну, к каким-то внешним помощникам, не совсем, знаю, человекам, ну... или книжкам, или методикам. Не совсем как-то корректно, видимо, может, выразилась. Значит, сейчас попробую донести как свою глубочайшую мысль. Значит, так. Мы, ну, там, в конечном счете, конечно, никого ближе нас у нас нету. Мы стоим во главе, у нас много ответственности по отношению к нашей жизни, мы влияем на нашу ежедневность, мы выбираем наши занятия и наши дела в соответствии с нашими, там, ценностями и привычками. Пока да? Пока да. Второе. Некоторые наши ценности и привычки... или как бы некоторые наши аспекты ежедневности, они не связаны исключительно с нами. Ну, например, там много, да, либо погода, либо там какие-нибудь вторжения деловые, там, ну, в общем, здоровье. Некоторые вещи не зависят только от нас. Те вещи, которые не зависят только от нас, а здесь как бы я предлагаю смотреть на это довольно широко, и решать нужно, как будто это бы не только наше дело, а как будто это наше общее дело. В том числе, вот, ну, как бы, почему на самом деле есть, ну, так сложно остановиться делать? Потому что, остановившись делать дела, любимую работу, мы противостоим
опять же, всему интернету, который там, или всему капиталистическому, ну, вообще, там, типа, 20 годам, 30 годам, пока мир строил, значит, себя, чтобы мы могли себе позволить работать удаленно на любимой работе. Ну, то есть, это как бы большая штука. И в этом смысле у нас, ну, как бы, в помощь приходят договоренности. И наши договоренности следующие. То есть, вот, как я, здесь, на самом деле, я... С момента, когда мы с вами договорились, что я проведу этот семинар, я про это думаю. И я про это думаю, и это все сложно. Но я думаю, что цепочка примерно такая. Есть некоторая, там, некоторая работа, есть некоторый проект, который, чтобы он случился, нужно делать что-то за компьютером. Это наша онлайн-работа, это наши обязательства. Мы его превращаем в... Ну, как бы, мы его... мы его декомпозируем, и мы его приоритизируем. То есть мы нам нужно понимать, что будет сделанным результатом. Вот как бы сделанный результат, весь проект — это вот такой результат. Дальше уверена, что все вы делаете прекрасные эти какие-нибудь планы на кварталы, на месяца, с KPI, не KPI, неважно. То есть есть некоторый шматок работы, который нужно сделать некоторое определенное время. Дальше мы это расписываем как бы там себе в дни, то есть чаще всего именно на день уже мы распределяем сами, почему, да, я начала с личного этого плана на день, потому что, ну, потому что это как бы наша уже дальше, это часть нашего рабочего процесса распределить, распланировать. Нам, и вот как бы дальше наша задача так запланировать, чтобы у этого плана в течение дня был конец. И, возможно, я вполне допускаю, опять же, когда я впервые делала свою ревизию, я насчитала себе 237 часов из 168 в неделю, и как бы много встала на свои места, я такая, ну понятно, почему я как бы системно не могу что-то, да, и не могу сходить на танцы, там, или не могу чего-нибудь такое, тут как бы плюнуть негде, не то чтобы сходить на танцы. И я, ну, как бы, к сожалению, допускаю, что ваши актуальные обязательства таковы, что... ну, там, правда, очень много. Вот, и я, ну, я не могу дать вам совет. О, ну, просто выходите из-за компьютера. Ну, вы вляпаетесь в какой-нибудь там, не знаю, какие-нибудь невыполненные обязательства, которые более болезненные. Ну, то есть здесь вот такие выборы. Поэтому вот когда я даю ревизию, я после этого, и вот сегодняшний весь мой спич, он про то, что, скорее всего, еще потребуется некоторое время, ну, может быть, несколько недель, может быть, как бы следующие проекты, которые вы будете уже строить в другой логике. Но строить в другой логике нужно учиться. И вот как бы учиться это делать, останавливаться. То есть что вам пойдет в ход для того, чтобы... То есть в этой логике онлайн-офлайн и в исследовании себя есть несколько ключевых моментов. Первое. Вам нужно выяснить, сколько для вас окей сидеть за компьютером в день. Типа, ой, это вообще куда-то пропало из моей речи. Вот, это вообще-то очень важно. Блин, я могла только этот совет дать. Мы просто с вами так хорошо начали, что вы меня увлекли в дорожку, в лес. Вы себе устанавливаете реальный режим дня. Там, не знаю, вот у меня с 10 до 7 примерно. Правда, потом с 7 до 9, до 10 у меня другие проекты, но как бы я знаю, что я там вот с 10 до 10 — это мой рабочий день. Я его себе сознательно дроблю на то, что у меня есть как бы некоторый мой фулл-тайм и некоторые мои экстра-проекты. Я, так оно у меня устроено. У меня так в ежедневнике, там как бы дальше даже края заканчиваются. В смысле, я не могу себе ничего написать на 23.00, там дыра. Вот. То есть вы... Плохой ежедневник, надо другой. Или наоборот, такой, который заканчивается в 9. Ну, я разлиновываю сама, поэтому там у меня все, как бы, это мой выбор. Вот, то есть вы себе определяете эти границы, и вы их дня, начало рабочего дня и конец рабочего дня. Эти границы, они не могут быть для всех одинаковые, скорее всего, тем более у вас, вы там в разных часовых поясах, у вас там разные обстоятельства. Следующее, это на уровне коллектива вы... У вас случаются какие-то договоренности. Ну, допускаю, что там, ну, мы, например, у меня с некоторой командой, мы никогда не ставим созвоны раньше 3, потому что все по утрам как бы делают свои сложные работы, а в 3 уже готовы разговаривать как бы с заделом на будущее.
Вот как бы второй пункт. И третий пункт, если, то есть, если у вас есть некоторый образ того, в чем вам реально хорошо, и в чем вы справляетесь со своей работой, то ничего делать не надо, у вас уже все хорошо. А если есть то, как устроена ваша жизнь, и вам с этим не окей, то вы идете по вот этой дорожке, по которой мы сегодня очень долго шли. Вы разбираетесь, как бы, что именно там не окей, какие есть альтернативы, какой привычный. Ну, то есть там вот как бы просто начинаете это щупать. Потому что даже если на ваш, вот там, не знаю, нынешний актуальный длинный рабочий день, я вам скажу, ну вот, вы же можете себе представить, что я пришла к какой-нибудь такой коуч и сказала бы вам, вы знаете, я придумала универсальную эффективную методику, и вам сообщаю, вы отныне становитесь носителем знания. Работать можно только с 9 до 16 онлайн. Все остальные работы только не за компьютером. Ну, как бы, и вы такие, звучит как нормальный совет. Это же не так много, с 9 до 16, ну, вот там, не знаю, сколько, часов 7, хорошо. Вот, но потом выяснится, что вы с этим не справляетесь, это вам не подходит, или еще что-нибудь такое. И у вас из моего совета выйдет не мой корень, а не совет, который вам, типа, только-только испортит жизнь, а не даст каких-то изменений. Но, пожалуй, вот как бы установить себе офис в пространстве времени. Блин, вот эти все мысли у меня были, просто мы отвлеклись. В общем, да, вы как бы офис никуда не делся. Другое дело, что у меня, знаете, на каком месте улетучилась эта мысль? Я спросила вас, работали вы были в офисе, и вы сказали, не, мы всегда работаем на удаленке. И я как бы так подумала, да, то есть у меня в мозге произошло, что как будто бы, ну, раз вы всегда работали в офисе, значит, у всех уже обустроено место. Ну, это может быть правда так, но вот мы как бы делаем себе в пространстве и времени некоторую имитацию офиса и тоже на уровне пространства с ним взаимодействуем. Приходим за стол, вот у меня есть, например, у меня во второй комнате я как бы больше работаю, ну, как бы там, всякие текстовые работы, а если мне нужно подумать, я прихожу в другую комнату и здесь без компьютера и с бумажкой думаю. Ну вот это как бы, опять же, я не знаю, это не универсальный совет, не у всех есть два стола, ну что-нибудь в этом духе, но это работа с пространством, с которого мы с вами начали, и здесь, мне кажется, это серьезная подмога, особенно учитывая, что действительно, да, что онлайн, он весь такой очень похожий на себя. Ну что, да. Вы как? Отлично, очень спасибо. Интересно. Да, это, во-первых, это пролетело незаметно. Мы, конечно, уже перебрали время у нашего эксперта очень много, но это было очень интересно. И такой разговор, я даже не представляю, если бы у нас было 10 человек, это мог бы до полуночи посидеть. Да, я тоже об этом думала, что в какой-то момент, что может быть хорошо, что какие-то люди смогут это посмотреть в записи, потому что могли бы, был бы другой разговор совсем. Да, был бы другой разговор. Ну, с другой стороны, у меня мысль уже сейчас с точки зрения организатора, все мы можем это в запись пустить, показывать. С моей стороны, да. Есть ли у кого-то из здесь присутствующих ощущение, что вы сказали что-то, что недопустимо для показа? Действительно, ну, официальное закругление в моем вопросе, как вы сейчас, куда вас переместила эта встреча, какие, может быть, идеи или надежды и небольшие шаги, которые вы могли бы реализовать с точки зрения... Вот, собственно, если бы нас было больше, то совсем по-другому действительно был бы устроен разговор, и если бы так сложилось, я бы предложила вам распределиться в комнаты и как раз ровно это и обсудить. Какие шаги или решения, или мысли из того, что сегодня было произнесено, для вас самые какие-то вдохновляющие и те, которые вам бы хотелось поприкладывать к своей жизни, потому что, несмотря на то, что это не напрямую советы про он и оф, кажется вам, что это как бы шаг туда. Вот для меня это было не заставлять и упрощать. Я-то каким-то образом, наверное, начинала это делать.
И вот эта идея с выбором, да, что меня совершенно потрясла идея про ценность, да, что если ты чего-то не делаешь, то нет смысла себя за это корить, и скорее нужно посмотреть, а какую другую ценность ты из этого получаешь, и быть, вот, наверное, не мой корок немножечко еще уйдет, я надеюсь. А я думала еще до твоего совета, Яна, когда Софа вот поделилась тем, что ей тоже легче, как и мне, группой там, и хочется очень лес, я про себя подумала, надо после записи сказать: Софи, давай созваниваться. Давай регулярно созваниваться и там делиться, что мы сделали. Еще была такая идея, а давай созваниваться, когда ты будешь в лесу, или слать там фотографии друг другу, потому что я тоже иногда куда-то ухожу. Ну, то есть, вот такие есть идеи. Обмена фотографиями. Нет, ну можно обмениваться фотографиями, можно созваниваться потом и как-то там. Да, да. Спасибо большое. У тебя выработалась, это, так сказать, твоя, ну, наша привычная ответственность за других. И я тоже хотела сказать что-то. Честно говоря, я совсем забыла, что вебинар сегодня, и когда София написала мне, я была так: ой, вебинар сегодня, я должна быть там. Потому что я чувствовала, что я должна была быть здесь, и я была права, потому что была такая интересная, интерактивная интерактивный митинг. Вот. Да, все было просто отлично, и все эти советы, все мысли, я вообще буду менять свою жизнь, думаю, ну, после сегодняшнего вебинара, да, чтобы найти, я никогда вообще не думала, что у меня есть такой враг, и это не онлайн, потому что я всегда думала, что только онлайн может быть мой враг, но оказывается, это не так. У меня много чего, о чем я могу думать сегодня. Спасибо большое, Мелани. Спасибо за мою терпимость к моему незнанию английского и за то, что, мне кажется, я выбирала не самые простые русские слова иногда. Нет, я все понимала, но я не разговариваю на русском так часто, поэтому у меня так получается. Отлично, ну, уже было отлично, я все... У тебя хорошо получается, отлично. Да, отлично. Спасибо вам. Я стараюсь. Да, я тоже скажу, да, что... Ой, у меня менялись мысли по ходу разговора, потому что сначала, когда в серединке разговора, когда мы разговаривали про то, что... то как сделать, как решать, я сказала: так, наверное, я, у меня была мысль такая, что, наверное, я все-таки, ну, как бы сделаю сама себе расписание, и вот с завтрашнего дня я все... Нет, это же не так. У меня была мысль, что все-таки завтра я попробую утром встать пораньше и до завтрака сходить погулять. Но потом Яна сказала: ну, не надо заставлять тебя и делать вот эти расписания, потому что если вдруг не сходишь или проспишь, например, да, то потом это будет не мой упор, что ты сама свое обещание себе не сделала. И я так: ага, опять что-то не так. То есть для меня, например, сейчас вот этот разговор, он был такой просто толчок к тому, чтобы начать думать, анализировать. И я понимаю, что, конечно, не онлайн враг, потому что для меня, как Женя совершенно правильно сказала, мы в онлайне не только работаем, мы и отдыхаем онлайн. Например, любимые сериалы, я, допустим, вечером 5 часов себе позволяю посмотреть любимый сериал. Это что же онлайн? Потому что телевизор, извините, мы не смотрим сейчас уже. Вот. И... враг-то, собственно, не ты сам себе, а твое отношение к тому, как ты строишь свой день. Ну вот как перестроить свое отношение и как сделать так, чтобы тебя вот не было, что когда ты дома, ты только работаешь. Вот это для меня сейчас такой большой вызов. Ну, да. Я буду об этом еще много думать.
Мне кажется, что вот если позволите, мой какой-то такой финальный отклик. Ну, во-первых, спасибо вам огромное за доверие. Мне кажется, что ну, для меня каждый раз ценно, когда я оказываюсь, ну, я не то чтобы оказываюсь сильно в другой аудитории, но каждый раз, когда я снова оказываюсь в аудитории, которая готова быть со мной вот, на взаимных каких-то настроениях, в том смысле, что, ну, мы явно, то есть мы близко, точнее, мы далеко ушли от темы, вот. И я чувствовала, что с одной стороны мы от нее уходим, как будто бы, а с другой стороны я чувствовала, что это, ну, это ответ, не как бы не расписание ответ. Я не уверена, что есть ответ на ваш вопрос, который вы там исходно искали на него. Вот, поэтому я в этом смысле, ну, мне хочется чувствовать, что я все-таки ответила вашему запросу, хоть и очень хитрым, с хитрым способом. Вот, а вторая мысль — это то, что я думаю, что то, как мы с вами сегодня разговаривали, и то, как вы, ну, правда, очень трепетные истории доверили мне и друг другу, помогло нам встретиться со всякими как раз вот этими штуками, про, ну, то есть по большому-то счету этот весь разговор про то, как там, как с собой разговаривать про эти вещи, да, как с собой, как себя к себе относиться так, чтобы было так, как хорошо. И вот если обратили внимание еще, ну, там, в самом начале, когда мы с вами эти стикеры лепили, я привязалась так вот, да, вниманием к двум самым стикерам. Это что, типа, если я дома, то работаю. Это некоторая такая связка, которая не, звучит неделимо, но она делится. И просто нужно туда повнимательнее посмотреть. И точно так же вот, да, если я в удовольствии, то это не работа. Вот это как бы, и это вторая туда же связка, которая как бы до тех пор, пока мы считаем это верным, мы себя как бы повергаем. И поэтому, ну вот, и я думаю, что там, не знаю, действительно, вынося какие-то еще экспертные советы, я бы сказала, что там, не знаю, опять же, основываясь на вот этих стикерах, типа, София, было бы здорово, если бы вы рассказали там, ну, если не мне, то, может быть, здесь присутствующим леди, что вы умеете делать дома, кроме работы, что вам нравится, как бы, что классно, вот, а у Жени я могла бы спросить, а какие как-то, а как вам удается, ну вот там, не знаю, я помню, что у вас была сложность с оценкой времени на работу, или это работа, или это не работа, вот, может быть, за несколько недель вам станет проще про это думать, mm-hmm. может быть, вам станет проще относиться к своей работе в удовольствие, как работу, которую можно тоже приостановить, даже несмотря на то, что она удовольствие, и сменить на что-то, то, по поводу чего нет сомнений, что это точно не работа. Вот. И вот такие какие-то вопросы — это наши путеводные звезды. Спасибо, вот. Яна. Спасибо. Да, и последний вывод, вернее, мое ясное разделение, понимание, что еще... скажем так, не очень приятного принес лично мне вот этот вот карантин и бесконечный онлайн, это то, что, оказывается, я очень сильно скучала вот по таким разговорам, когда можно доверительно поделиться и послушать и других, и, ну, отрефлексировать какие-то такие вещи, потому что что мы делаем? Мы даже если онлайн разговариваем, мы разговариваем по работе сейчас. То есть в нормальной жизни, довоенной, как у нас одни партнеры говорят, мы все равно встречались офлайн, а в офлайне всегда бывает рабочая часть встречи, всегда бывают неформальные вечерние посиделки, когда ты можешь с людьми, близкими тебе по духу, вот так говорить. Сейчас у нас вот, ага, вот полтора часа на семинар, все, мы оттарабанили тему рабочую и ушли. И вот этого мне очень, оказывается, сильно не хватало. И вот, да, последние уже 4 месяца однозначно у меня не было таких встреч. Вот мне еще за это отдельное спасибо хочется сказать, что мне получилось вот так вот поговорить. Ой, поддерживаю, здорово. Поддерживаю. Спасибо большое. Спасибо. Мы приносим свои извинения за то, что забрали столько лишнего времени, договаривались на полтора часа. Это вообще не проблема. Я очень рада. Ну,
Вы почувствовали. Для меня очень важно, чтобы было вот это много живости в происходящем. И вот в этом смысле, как бы, если что и враг, то это отсутствие доступа к доверительным беседам. И их можно получить и онлайн, и созвон. Ну, то есть вот каким-то таким последней строкой скажу, что я вот, например, лишний раз в зуме доверительно не буду созваниваться, я устаю от экрана, а вот как бы без экрана мы созваниваемся здесь, ну, как бы я часто, когда готовлю, разговариваю с подружками, и это просто разговор, вот, и это какие-то тоже, наверное, можно назвать советом или способом справляться. Спасибо вам. Да, спасибо большое. Я сейчас включу финальную музыку, чтобы мы под нее вернулись в мир. Да. Хочется зажечь.